Марк Петровский – российский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой и супертяжелой весовой категории. В ноябре 2021 года он стал чемпионом мира в категории свыше 92 килограммов. Спортсмен специально приехал в Видное, чтобы провести мастер-класс по боксу для воспитанников клуба единоборств заслуженного тренера России Артура Варданяна. Это очень важный процесс для подготовки наших юных спортсменов. Не то чтобы там каждый боец имеет свои фишки, как бы, да, это само собой там свои приемы, как бы тактика, как бы, подходы, как бы, да. А вот насколько важно, что дети видят то, что есть такие грандиозные люди, которые достигли до самых высоких вершин в спорте и берут напрямую пример с таких спортсменов. И это дает огромнейший стимул для дальнейшего продолжения быть в спорте. Артур Варданян регулярно приглашает именитых спортсменов. В выборе чемпионов участвуют те, кто занимается в бойцовском клубе. В этот раз путем голосования в социальных сетях выбрали именно Марка Петровского. Он показал ребятам свою методику тренировок абсолютно бесплатно. Вперед, давай прыгаем на меня. Вперед, назад. Крючок коснулся теперь. И вот так работаем. Мы должны своим примером показывать, что можно тренироваться, можно добиваться. И несмотря там на какие-то травмы, поражения, боли, нужно заниматься, выступать, и все получится. Если мы, спортсмены, будем абстрагироваться от всех людей, мы не нужны тогда становимся. Секцию посещают как дети, так и взрослые. Эта тренировка была предназначена не только для профессионалов, но и для любителей. Все присутствующие внимательно слушали и повторяли движения опытного спортсмена. Для ребят это была уникальная возможность получить бесценные навыки от действующего чемпиона мира. Узнал там, как правильно двигаться, как правильно бить удар. После тренировки Марк Петровский оставил на память свой автограф. В планах у Артура Варданяна приглашать и других спортсменов для того, чтобы они передавали свой опыт и тем самым помогали вырастить новых чемпионов нашей страны. Юлия Стаферова, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.